have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Гримрок. И у нас сегодня такая задача будет воспользоваться, наверное, этим свитком тьмы, или уж что мы можем сделать, я не знаю, посмотрим. Вот этот у нас... А, это для браслетов, точно. Ты у нас браслет создан, да-да-да-да-да. Сопротивление яду плюс 50, да, у нас на этом персе хорошее сопротивление ядом. Тут... На 20% мощнее так... Да-да-да, восстановление удара. Здесь у нас ничего нет, здесь у нас ничего нет. Блин, знаете, если вот на него повесить огромную кувалду и на него поставить, он будет бить очень редко, он будет еще и промахиваться, но при этом каждая его атака будет на сотню. Ладно. Нам нельзя попадаться на свет. Поэтому тут поножи оставили металлические. То есть вот это... Да, телепортнет нас назад. Самое простое решение здесь... Это пройти... Так, тут я все подобрал. А тут можно пройти... А, тут можно пройти без заклинаний. Не, я понятно. То есть теоретически, сделав вот так... Тут можно пройти и без заклинания тьмы. Наверное. О, ящик. Здравствуйте. Что здесь? Ладно. Нет. Это ящик с едой? О, здравствуйте. Это я заберу. Так, турум. Я обнаружил, что открыто все, кроме одной двери. Эту загадку мы разгадали, убираем. А ты у нас... факел остается вне зоны моего досягания. Пытался подойти к ним. Эту загадку... Я думаю, что мы тоже отгадали. Ящик мы тоже здесь оставим. Хавчик, наверное... Да, вот поешь. Мы распределим. Это положим сюда. Тут у нас... Так, 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 вот, все нормально. Хавчик мы сейчас сюда сложим. Компас. Так. Вроде есть. Фух. Кстати, насчет компаса, ребят. А не сюда ли он одевается? А, он одевает... Все, я только сейчас понял, каким пользоваться. Я ни разу не пользовался. Хорошо, хорошо. Ага. Вот тут у нас кусочек коридора остался, в который мы так и не сходили. Да, это меня телепортнет обратно. А если я пойду вот сюда... Меня тоже телепортнет обратно. Так. Хорошо. Просто по приколу. Давайте посмотрим. Давайте я сохранюсь. Да, это важно. И посмотрим, как у нас работает заклинание тьмы и что оно нам дает. Это нужна серединка и низ. Серединка и верх это включает свет, серединка и низ выключает свет. То есть... Ага. Это ни в коем случае не гасит нам факелы. Это ни в коем случае не... А, это что... Тогда зачем это? Наш собственный свет не мешает нам пройти. Тут, по-моему, это огненная элементаль ходит. Стоп, как я там проходил? Погодите. Что-то бред какой-то. Точно. Мне сюда, сюда, сюда. Так, так. 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 Сюда.
можно подобрать какую-то фигню. Там портал. Тут до сих пор темнота. Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Хорошо. Мы каким-то образом куда-то что-то добрались. Там у нас остались места, которые мы не исследовали. Но я туда... Я не знаю, могу ли я туда попасть. Давайте F5. И... Понятно. Нас все равно телепортирует вся эта местность. Там есть порталы, там есть еще что-то. Порталы, районы. Я точно не могу... О, блин, не то. Факелы. Факелы. С факелами я сделать ничего не могу, да? Да. Видимо. Хорошо. Тогда, честно говоря, я пока что не совсем понимаю, зачем мне это заклинание тьмы. Может прятаться от кого-то? Не знаю. О, здравствуйте. О. Может, он должен сюда попасть, кстати? Ты где? Блин, что странная фигня какая-то. Ключ нужен. Если что, он может сзади подойти. Они же летать умеют. Для них пропасть вообще не проблема. Я вижу кнопку на полу, я хочу сначала... А-а-а! Блин! Блин! Я понял, это была моя проблема. Я его сначала убью, я не хочу рисковать. Мне это нафиг не надо. О, Марк получил уровень, хорошо. Ну, потому что если бы он меня там со слизняками зажал, он бы меня и сам по себе мог убить, а если еще и зажал бы, то это было бы вообще грустно. Так, мы идем на булавы. Погоди, напомни ко мне, что тебе нужно. Тебе нужно булавы 9. Мы с тобой сейчас качнем... Мы с тобой вообще продолжаем качать булавы, поэтому у нас будет булавы 11. Сильный удар, косторобительный удар, наносящий двойной урон. Вот, суперский. То есть это, по сути, возможность крита. Теперь берем вот эту штуку. И, блин, у него точность минус 20. Это меня очень сильно расстраивает. То есть у меня accuracy 8 отсутствует. В смысле отсутствует? Это что? Ладно. Accuracy 8 будет минус 12. 30, 48. Посмотрим, как он будет... А, ты сам себе, по себе перегружен становишься после этого, да? У тебя все хорошо в жизни. О, я могу факелы к тебе сложить, серьезно. Ты еще и молоток понесешь, и факелы. Что мне с этим свитком-то делать? Он от этого этажа, но пока с этого этажа не уйду, я не буду его никуда выкидывать, к черту. Так, хорошо. Посмотрим, как он будет справляться с этим молотком огромезнейшим. Вообще не знаю, у меня есть немножечко сомнения, стоило ли это так делать. Да, я понимаю, что у него большой очень урон. Этот молот огра, тролля. 36. Скорость, кстати, 8.
А у тебя скорость 11. То есть он медленнее. Давайте я, наверное, знаете, что сделаю? Вот эту штуку 20% мощнее атака. Вот тебе отдадим. Сделаем из тебя такого персонажа, что если уж ты попал бы, то попал бы насмерть кого-нибудь, просто пришиб. Это немножечко сомнительный эксперимент, но надеюсь, что прокатит. Посмотрим. Так, вроде как нам пока что больше тут ничего не угрожает. А, вот эта чертова комната. F5. Да, у него теперь атака перезаряжается очень долго. Нам скорее надо этого убить. Нас там сзади поджимают, а он вообще не попадает, видите? Вот этой штукой. Нас там сзади бьют, я это прекрасно понимаю, так что валим отсюда. На, сдохни. Сдохни. По-моему, это была не очень хорошая идея. Возможно, я с него сниму этот браслет. Ох, на 102! С другой стороны. Пятьдесят пять. Ну, в принципе, попадает. Даже не знаю. 8, отлично, получили. Привет. Привет. Ну да, он промахивается, но когда он не промахивается, попадает неплохо. Пока что, наверное, походим вот таким вот образом. 126, неплохо. Вот, посмотрим, если в дальнейшем будет прям все очень плохо, тогда ладно. Привет. Я тебя прострелю немножко, ты не против? Промах. Блин, у меня маг скоро выдохнется, вот это не очень хорошо. Да хорош промахиваться там. Блин. Надо ножи подобрать. А, бычару убьют вообще-то так по-хорошему. Стоп. Все, я спать. Ну, смотрите, с этими желейками мы уже гораздо лучше справляемся, чем раньше. То есть тогда сколько нам по одному приходилось выуживать, ходить, лечиться. Сейчас мы их побыстрее раскатываем. Не знаю, то ли это из-за прокачки, то ли... Ну, вряд ли они тут стали слабее, конечно. Видно будет. Все, просыпайся. Rise and shine. F5. Ну, ловушка с этими, с лизунами, она рабочая. Только в том случае, если меня еще элементаль поджимает. Не попал. Ну, 146 критически. Неплохо так. Восстанавливается он реально долго. И еще и промахивается. Мне нужно ему что-то на... Ну, не на ловкость, а может быть, не знаю, посмотрим. Кстати, по 190 экспы за них дают. Он прям тут за стенкой где-то. Мы еще ни разу тут в дырки не падали. Надо будет посмотреть, как это все работает. Ключ. Угу, спасибо. А тут что у нас? А-а-а! Ну-ка, ну-ка. Голод минус 10. Круто! Так, уклонение плюс 5, восстановление энергии плюс 20. Да! Рваный плащ. Естественно, мы меняем на вот этот. Спасибо, ребят. Ну, то есть, у тебя тоже рваный плащ. Уклонение плюс 2. Уклонение плюс 2.
У тебя уклонение, ловкость и выносливость. Ловкость. Ловкость. Стоп, ребят. Погодите. Как это повлияет? Ну-ка, минус 12. Минус 11, да. По крайней мере, на единичку мы ему сможем. У этого просто accuracy 16, меткость. У этого минус 11. Если вот этот плащ нам дает хотя бы плюс 1. Блин, а что мы можем качать? Атлетика. Атлетика нам может дать через один уровень две ловкости, а это хорошо. Здоровье, защита, тут ничего. Булавы, выносливость, здоровье. Могучий удар наносит. Блин, ну... И да, и нет. Наверное, все-таки следующий уровень нужно будет качнуть атлетику, чтобы получить две ловкости. Вот тогда у нас будет минус 9 accuracy. И вот, вы обходитесь без пищи на 25% дольше, потому что бык у нас жрет просто как бык. Вот это вот шутки за 300, да. Кнопочек точно нет никаких? Мне не нравится то, что я не смог исследовать тот... Что это такое? Еда. Еда. Еду я заберу. Я ее даже поем сразу. Не так много восстановила, жаль. Мне не понравилось то, что мы не смогли полностью исследовать зал с... Как тебя там? С этими, с факелами. Потому что нам пришлось резко свалить. Так, там еще одна элементаль ходит. Ну, это, в принципе, ладно. Сколько у тебя сейчас жизней? У тебя очки здоровья 144. У тебя 176. То есть ты у нас, в принципе, выносливее. Настолько проголодался, офигеть. Будем держать тут наготове. Ты тоже проголодалась. Тебе тоже на. Чтобы можно было сразу схавать. С магом у нас все в порядке. У него еще еда тут хранится. Не надо, уберем у него еду. Вот эту штуку. Зельки. Ну, блин, в принципе, я же говорю, надо разобраться с зельками. Но у нас пока вроде все есть. Так, давайте F5. У меня такое ощущение, что я где-то секрет пропустил. Но это мое стандартное ощущение в этой игре. Здрасте. Их два. Я от них сбежал. Секрет на один. Круто. Что у нас тут такое? Браслет Тирина. Защита плюс 1. На 15% меньше время восстановления для всех действий. Знаете что? Медленнее восстановление удара. Давайте, чтобы у нее быстрее восстанавливался удар. Вот. Вот так вот попробуем такую схему. Блин, на самом деле неплохо. Я от элементалей сбежал. Ну их было сколько? 3 штуки. По-моему, слишком много. Где я появлюсь-то? Вот это я далеко от них оказался. В принципе, меня устраивает, надо поспать. Блин, я в чувака выпулил 5 своих сюрикен. О, сон! Давно что-то нам не снилось ничего, давайте посмотрим. Они поддерживают все машины и механизмы в темнице в рабочем состоянии. Окей, это я заметил. Все, кроме одной, что внизу, в подземелье. Блин, я прокликал. Это была важная информация, я прокликал. Еще одна маленькая деталь. Черт, я нужную строчку прокликал. Твою за ногу. Все, кроме одной. Та, которая в подземельях. Еще одна важная деталь. Надо вернуть свои сюрикены пойти.
Так. Най. Блин, я забыл. Черт, я забыл, как эта магия делается. Яд. Так, свиток осколкового льда. Не-не-не. Стрелы. Ядовитая... Ой, ядовитая стрела, неплохо. А, ядовитое облако, это просто... Угу. Давай. Сюда не пойдешь? Забагался? А это я сам схавал. Блин. Ну если это баг, или он сюда не может пойти, потому что здесь начинается лабиринт. Валим, валим, валим. Лошары, вы сюда пойти не можете. Ох, неплохо критом влепил. Семь. А где еще один сюрикен? Вы чё? Девять. Не попал. Иди сюда, неудачник. Ты серьезно? Но мне нужно как-то качать на него. У него очень сильный удар, если он будет промахиваться, то будет неприятно. 7. То есть да, я где-то один сюрикен по-хорошему профукал. Вот он. Все, нормально. Три огненные элементали. Элементарно. Да? О! Блин. Годится. F5. Это было вполне логично. Куда я там падал, куда я не падал? Погодите, давайте я хоть на карту-то посмотрю. А. Вы видите опять эта буква на карте? N. Смотрите, у нас на третьем этаже на столбах света тоже была буквочка N на карте. А вот, кстати, куда я падал. Вон тот кусок посередине. То есть кусочек снизу — это двойная секретка с предыдущего уровня, где мы слизняков били, и мы там что-то получили хорошее, не помню. Ну, что-то хорошее, это я запомнил. А вот этот кусочек хранилища... Это вон тот секрет, куда мы попали, да? Да, а это полный кусок этого... Все-все-все. Я допер, по-моему. Вот зачем эта штука здесь нужна была.
Там опять огненный элементаль ходит теперь. F5. Кнопка нам нужна была только для активации. Да? Да. Дверь. Дверь это, кстати, хорошо. Вот это вот очень приятный бонус. То, что можно закрывать, открывать. Ой, оно до меня доплевывает через дверь. Ты тварь. Ладно. Давайте тогда отдохнем немножечко. Я такой, тата, ну это логично. Решетка-то, а не дверь. Взял такой, харкнулся, чтоб тебя. Ладно. Зелень, в принципе, так-то не очень страшные, ребята. Уже. Давай, 54. 30. Ох, вой, сильный удар, хорошо. Да, они меня травят, но это не настолько плохо, как отрава, наверное, это паучья, которая очень долго не слазит, просто чертовски долго. Выключи эту штуку. Воротки вместо бомбы, наверное, нужно все-таки дать кинжалы, чтобы я не пропытывал каждый раз, когда у меня заканчиваются звездочки. Вот что я думаю. Давайте вылечимся. Да, видите, он когда отдыхает, у него просто хпшка не восстанавливается из-за того, что он болен. Но время болезни это проходит, я так понимаю. Или где? Блин, время болезни не проходит. Тварь. Я спал вообще-то. Долго очень проходит время болезни, я понял. Это просто предотвращает лечение. Оно не травит, оно просто не дает восстановиться. Это неприятно. Угу. Возможно, в такие моменты проще реально потратить... Да сколько вас тут, тварей? Сильный удар на 100. Неплохо. Бык сейчас стал гораздо поприятнее в обращении. До этого он очень сильно и мазал, и урон у него был так себе. Сейчас, по крайней мере, даже если он и мажет, то у него хороший урон, потому что он с этим молоточком уже прям может кого-то пригреть неплохо. Все, мы договорились. Хорошо. Спим. Так, блобов мы полопали. Оп-оп-оп, не спим, стоп. Фига ли? Нас ешь. Фига ли там еще один блоб появился? Вроде ж не было никого уже. Ждешь, ждешь, чтобы ему ударить. Он такой, опа, промах. Да, удары у него сильные, я не спорю, но вот эти промахи, они очень сильно расстраивают. Все нормально, вы там не спавнитесь, надеюсь. А, давайте немножко отдохнем. Вообще, вот эта фишка с отдыхом сделана... Как бы, наверное, это неправильно, но я рад, что здесь не надо такую штуку, как там, например... кровати, горячая пища и всякое такое. То есть мне нравится, что можно просто взять поспать на полу. Топор. Ну я как бы 15-9, он неплох. Метательный... А, это метательный топорик. Все, давай сюда, я не спорю, забираем. Все, что метательное, это нам подходит. Так. Ничего нигде не открылось. Давайте я пока его здесь положу. Где мы вообще? Так-то по-хорошему у нас этаж уже неплохо исследован.
подозрительно давно не было секретов. Это реально очень подозрительно. Так, там за стеной элементаль. Пока что ни я к нему, ни он ко мне попасть не можем. Что, пожалуй, радует. Не знаю, это очень... Ой, блин, еще... Серьезно, вы реально спавнитесь? Блин, критический. Ну, критический. Критический, добей его уже. Все. Моего чувака не сильно покалечили. В смысле, а что там? А, ну да. Туда тоже можно пойти. А, элементаль как раз там. Дверь, еще одна дверь. Просто! Вот это подарок судьбы. До него добираться не надо, добиваться не надо. Блин. Неужели... Они реально спавнятся, вы видели? То есть чувак просто появился. Из ниоткуда. Серьезно, если бы они не травили, то это был бы хороший источник экспы. Я вот прям серьезно. Так, портальчики, дырки, дырки, портальчики. Туда мы падали, не падали. Давайте в пяточку. Полетели. Так. Хорошо или нехорошо? Давайте посмотрим. Отдыхаем. Я что-то пока не пойму. Так, там у нас будет фишка с пауками. Я сейчас нажму на рычаг, и откроются пауки. Да или да? Скорее всего, да. Пауки. Пауков я не очень люблю, признаюсь. У-у-у. Здравствуйте. Сапоги доблести. Тяжелая броня. Защита 15. 15, защита 6, защита 6. Сапоги можно взять в руки, неплохо. Вес 4,5, тяжелая, ну, ты, у тебя же есть тяжелая броня, правильно? То есть, тяжелая броня, все нормально. Давай мы тебе, мы с тебя танка качаем, да? Тогда вот это вот тебе, на здоровье. Тут у нас тяжелая броня, мы их оставляем, потому что некому... Что там было? Вроде некому больше носить тяжелую броню. У тебя такие же кольчужные 6. Так. Я понял. Там открылись эти. В смысле промах? Нет! Так, быка мне чуть не убили. А, ты у нас покушаешь? Ты поспишь. Минуточку, с какой стороны я телепортировался? С правильной или с неправильной? Туда можно вернуться за экспой, если что. Что, наверное, и следовало бы на самом деле сделать. Я паучка там на скорую руку убил. Там вот этот краб. Вот краб проблема. Краб реально проблема. Я... Да, я с правильной стороны телепортировался. F5. Погодите. Тут два краба. А, это как? Я на секундочку подумал, что они меня тут не замечают.
блин, чувак, не промахивайся, пожалуйста. Ты посмотри, какой они огромнейший урон наносят. Просто чудовищный. Так, ладно, пока мне это стоило одной бутылки. Паука я тоже хочу убить. Все, нормально, нормально, нормально. Мы совсем разобрались. То есть их можно было тоже этим ядом бомбить, и у них тоже все хорошо. Все, ладно. Так. Пойдемте тогда я подлечусь за счет кристалла. Почему бы и нет? О, здравствуйте. Кстати, кстати, бутылочку-то верни. Бутылочку-то мне нужно сделать. Заберите. Это сюда. Все отличнейше. Фух, неплохо. Хороший секретик был. Что делать дальше, я еще пока... А, ну там можно с другой стороны. Нельзя. Нельзя. А что тогда? Стоп. Да, ладно, у нас там есть те две двери, куда я не захотел идти. Давайте сейчас мы туда сходим. Там огненный элементаль. О! Иди нафиг. Ага. А это? Это ворота. Там вот эта штука в меня просто харкается, но... То есть у меня есть кнопка, которая в меня харкается? А зачем? С воротами я разберусь, это не проблема. Ёпперасота! Было бы там запереть. А теперь он меня убьет. Ясно. Его там надо было запереть. Так. Положи. Где у нас там был факел? Я не хочу просто свои камни выкладывать из-за этого. Сейчас. О! А ты кто? Фига себе, у меня тут лут лежал, я все это время не видел. Сопротивление огню плюс 50. О, Карл! Так, яду 50. Ты у нас это... Вот тебе пусть будет... А, это... Я понял, это ошейник. Костяной амулет... Нечка, а кто у тебя? У тебя что-то... И у тебя костяной. Наверное, тебе. Я не знаю. Посмотрим. А, кристалл у меня тут засиял опять. А, ну так давайте этот амулет и положу, собственно, раз он пустячковый. Ага. Он не ложится. Так, ладно. Это сюда. Но у меня только что получалось. Это не проблема все. До свидания. Так. А вот что теперь? То есть мне, по идее, нужно его как-то мочить.
Эй, иди сюда. Не ты! Блин, это было стрёмно сейчас. F5, F5, стоп. Его там что-то травит, да, сейчас потихонечку. Все, ждем, отдыхаем. Страшно. Их там еще сколько? 2, 3, блин. Ну, они просто страшный урон огнем наносят. То есть в открытом противостоянии вообще без шансов. Ой, блин, ты еще и проголодался. Что ты такой прожорливый-то? Я понимаю, что ты огромным молотком машешь, но так же нельзя. Другого выхода не вижу. Так, его там травит потихоньку, пусть травит, хорошо. Фух. Еще один. Где у нас там кристалл? Там. Пять. Фух. Хорошо. Более-менее. То есть постоянно вливая урон, все-таки с этими ребятами можно справиться. Отлично. Это я открыл себе вторую дверь. А зачем? Так уж она мне была необходима. Так, ладно. Что у нас тут? В этих коридорах были люди до меня, но когда я проходил через это место, оно выглядело, будто я здесь был первым. Чтобы открыть его, все двери и нажать все кнопки. Возможно, здесь есть люди, которые присматривают за подземельем. Я тебе скажу, невозможно, а точно. Эта штука как просто более опасная версия Форта Буаяр. Кто помнит, что такое Форт Буайяр, ребят, пишите в комментах. Посмотрим, сколько нас, как там говорится, да? Ага, тут завалено. Это был секрет? А каким образом это был секрет? Ну ладно. Посох у нас новый, да? Посох шамана. Колдовство 7. У меня есть? Вроде есть. Энергия плюс 20, сила воли плюс 2. Земного типа, больше урон ядовитого болта и ядовитого облака. О, мы там все равно людей травим, так что почему бы нет. Ну что ж, это у нас заменит вот этот посох, да, я так понимаю. То есть энергия плюс 5, колдовство плюс... А, требует навыка. Оно просто энергия плюс 5. Здесь у нас энергия плюс 20, сила воли плюс 2 и земное колдовство улучшается. Конечно, я это одену. Вы чё? Так, очки энергии. Да, все верно. Двадцатник добавляет. По-моему, все суперски. Получается, что этот посох я оставляю здесь. Он нам хорошо послужил, но, пожалуй, на этом все. А, свиток невидимости. Магия воздуха 19. У меня воздуха вообще нет. То есть, как бы, вообще нет. А до 19 это качать... Раз, два, три, четыре... Пять уровней. Пять уровней чисто в воздух вкладываться. Нормально, да?
Сопротивление электричеству. Нет, ну мы вроде как в огонь качаем. Хотя, что мне дальше из огня нужно будет? Вот вообще не знаю. Так, ладно. Еще у меня до сих пор вопрос этой короны чертовой. Королевская корона. Нафига она мне? Зачем я ее с собой таскаю? Золотая корона дома Абрарх. Древние правители и повелители... Повелители империи. Да-да-да, все, конечно, хорошо, но зачем? Ну-ка. Вроде... Тут был проход, но он завален. Тут... А, понятно, что это за проход и куда он... Все-все-все, нормально, разобрался. Так, это получается самое начало уровня, но нам туда не надо. По-хорошему, у нас в принципе сейчас остается только территория вверху неисследованная, потому что там три дырки, через которые я не знаю пока что, как пройти. И у нас есть еще, возможно, теоретически, проход внизу, в залах с факелами. Но как их преодолеть, я тоже не знаю, потому что свиток тьмы гасит только мой свет, а не свет вокруг. Интересное кино. Так, хорошо. Ну, судя по тому, как устроена карта, то, скорее всего, мне вон туда куда-то наверх и пытаться пролезть там. Посмотрим. Мне слишком давно не попадались секретные кнопки, и у меня столько ощущений, что я пропустил уже даже не одну. Блин, это печально. Так, у нас здесь открылась вторая дверь. Я не знаю, зачем мне вот эта кнопка, которая будет стрелять огнем. По мне, а возможно не по мне, а возможно... Туда как бы заманивать каких-то мобов, чтобы по ним стрелял. Вон я по паукам стрелял этим ядом. И с ними вроде как все нормально было. Ну, нормально, в смысле, плохо. Чертовы кнопки. По секреткам, я думаю, что я попадал неплохо так уже, сколько я их открыл. Две. Одна вон посерединке и одна сверху. То есть две секретки уже... Я не туда иду. Две секретки уже вполне открыты. Вот этот закуточек такой... Непонятный, что ли? По крайней мере, радует то, что здесь есть кристалл. А просто так, я же в этот портал не ходил, правильно? Он меня просто и переносит. Я ничего не подумал про это. Так, у нас тут, по сути, седьмой этаж, древние комнаты есть, восьмой этаж, хранилище есть, по сути, девятый этаж, он тайный, да? А не говорит ли нам это о том, что здесь всего лишь 10 этажей? Или я просто не могу пока что пролистать дальше, или же будет вот восьмой, девятый этаж, и десятый это будет какой-то финальный. Может быть. Блин, слышите это, да? Блин, там двери грюкают, как какое-то привидение. А, это не двери. Ай! Я не это хотел. Чё это за звук? Что это за звук? Я вам сказал, что их тут может быть два, да? Блин. Блин, оно меня бьет. Минотавр вообще кирдык. Нельзя, чтобы оно меня ударило еще раз.
5. Надеюсь, ты тут одно. Я кнопку перепутал. Ну, нет. Знаете, я в этом не прав, потому что это, по сути, следующий этаж. На следующем этаже они имеют право засунуть еще одного такого, или, может быть, даже не одного. Ну, при должном терпении и ловкости я его убью. Блин, ну, перезарядка магии реально хорошая сейчас. У него жизни просто дохренилиард. Промах, спасибо. Просто еще один такой же молот, да? 36. Да, да. Все, нафиг. Ну, в принципе. А, тут подъем есть, фига себе, и куда? Стоп, а это случайно не... Не. Да? Ага. То есть это я вот здесь упал. Это я вот здесь упал. Мы можем туда вернуться. Сейчас, минутку. У нас до регенки. До регенки, кстати, не так далеко. Ой, блин, тут рычагов немерено просто. Давайте я сбегаю до регена, потому что я не вижу особо смысла сейчас спать, если у нас есть... Черт, где я? Черт, где я? И почему я здесь? Почему я с другой стороны этой фигни? Ой, пустая бутылочка, это круто. Куча разной травы, это тоже круто. Сбегал, блин, к регенке. Свидание. И чем мне теперь? Ага, вот теперь я могу сбегать. Ну и где оно там было? Сюда, сюда, сюда. Да, вот так. Вот это сейчас мудрено стало, конечно. То есть, сюда я попадаю просто на противоположную сторону. Если я зайду сюда, то я попаду вон туда. Ага. Ага. Я, похоже, это совсем случайно нашел, открыл. То есть, я не должен был это делать. Мы можем попробовать две вещи. Мы можем еще и сюда сходить. А у нас тут просто закольцовано все. Блин, сколько? 4 рычага? 5 рычагов? Это отвратительно. Я не знаю, чем мне дергать. Хорошо, и у нас есть еще вариант, кроме рычагов, есть вариант вот тут попробовать. Я, в принципе, представляю, как это будет происходить все. Вон та дверь должна открыться. Но как? Вон там что-то можно взять.
Забрал. Восстановление здоровья плюс 20%. Да, голод плюс 20%. Все плюс один. Я не уверен, что я хочу эту штуку. Пусть она пока здесь полежит, посмотрим. А как мне вот тут дверь открыть? Вот что мне... Может факел? Кстати, может факел, давайте попробуем. Нет, не факел. Вон тут дверь, как мне ее открыть? Тут, возможно, на стене где-то есть кнопка. Это нужно поэкспериментировать. Без этого не узнаешь. Что там в углу? Ничего нету? Ничего нету. Тут. Ладно, ребятушки, тогда сделаем такую штуку. Мне сейчас на долгие эксперименты особо уже времени не остается, потому что хронометраж серии подходит к концу. Давайте на этом закончим. Вот сохраняшечка. У нас получается... дыры в полу и рычаги на стенах. Угу. Это то, что у нас здесь происходит. И то может нас куда-то привести. Но же здесь не просто так. Все, ребят, на этом тогда пока что мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.